Проект Game Changer по сбору средств в помощь сирийским детям, пострадавшим от военных действий, запущен организацией ЮНИСЕФ. Проект предусматривает использование вычислительных мощностей геймеров и любителей киберспорта для майнинга криптовалют, доходы от которых направят на помощь сирийским детям. Мощности компьютеров будут использованы для майнинга криптовалюты Эфириум. Проект рассчитан на 60 дней. Количество участников растет ежедневно, сейчас их число превысило 300. Уже удалось добыть эфириума на сумму почти 1000 евро.